Слушайте, вот такое вот дерево в конгрессе медцентра. Блин, офигенно. Я надеюсь, ей хорошо платят за то, чтобы она вот это стояла в этом паркете обмотанном. Не, ну реально, тут надо или хорошо платить, или хороший бонус дать. Девочка, молодец. Девушка ж или парень? Девушка. Это так загримировали, непонятно. Вот так вот выглядит медвыставка. Медкосметика, медфарм. Медики. Вот какие видно здесь. Это красиво. Я думала, что это действительно дерево. Классно ее сделали. По принципу с певучего поля. Слушай, ты умничка. Так и хочется тебя потрогать. Улыбаться нельзя, бы макияж расплывется, да? Ага, тяжело, наверное. Слушай, круто тебя загримировали. Я сама захотела. Класс. Ну, удачи.